Обычная швабра спасла жизнь ребенку. В китайской провинции Шаньдунь мужчина в течение 20 минут удерживал шваброй ребенка, выпавшего из окна, расположенной на 4-м этаже квартиры. Мужчина по имени Ван Баопин проходил по улице и услышал детский крик. Он увидел, что девочка висит на решетке окна, а ее голова застряла между прутьями. Китаец вбежал в дом. Раздобыв швабру, он вылез на карниз 3-го этажа. И в таком положении удерживал малышку, пока родители не втащили девочку обратно в квартиру. По сообщениям, ребенок отделался легким испугом.